Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1512. События дня. Евангелие от Иоанна 13:13. «Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». 1 февраля 2020 года. И наше обращение о помощи старости приобрести комбайн. Ну, читайте здесь. Смотрите, может быть, Господь что-то сердце расположит. Добрый человек, работает для людей, заготавливает еду. А это вот о нем 4 ролика. Вот Вячеслав предложил тут разобрать. Это какой разговор бывает в нашем, называют чат-рулетка, или нет, отдельно, на занятия, в скайпе, так сказать, содружество наше. А здесь одна Наташа, я уже писал об этом, тут в кучу собралось все еще раз показать. Неблагоприятная обстановка. Курсором можно останавливать, чтобы медленно шло, и можно посчитать.
курсором задерживайте, чтобы просчитать. То трудно ей, Наталья, с мужем. Это Михаил отвечает. Роману малышу. 2 года назад попалась, я взял ее сюда.
Вот так. Какие тут объявления, может быть, были. Божество непостижимое. Вот добавлю, что сегодня разговор был. Вячеслав Семенов добавил о смерти и первородном грехе. Вот посчитаю. Тема такая, Ерофей. Ну и я тут тоже. Он комментарий дает, и я свой дал. Меня попросили. Комментарий вот дальше дает Вячеслав Семенов, ВС. Это я уже разукрасил, выделил слова. Комментарий, вот это комментарий Вячеслава. Задерживайте курсором.
Вот еще комментарии. Вячеслав, он отмечает маленьким черточек. Надо до конца, лучше, чтобы резко освещалась. Вячеслав ставил, похоже, презумпцию. Дальше еще комментарий Вячеслав дает. Вот он, комментарий его. Здесь черточка, похоже, кончилась. А вот комментарий Игнатия Лапкина. То есть мои. Я выписал места писания, которые так и объясняют, что Бог непостижим, и не надо на эту тему разговаривать даже. Но сначала разговаривать, значит, разговаривать по писанию. Вот, читайте. Вот сколько мест Писания привожу. Даже можно сказать, сколько. Вот это сейчас я отсюда вывел это дело. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, двенадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16, 17, 18.
18 мест Библии привел в удостоверение того, что говорю. Все, пока на этом. Благодарим Бога.